Let's go. Кино нам обзор свежего кино. Привет. И чё, блядь, смешного? Чё смешного? Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Всем привет! Это Кинолайм, обзоры самых свежих новинок кино. Вещает столица Уфа, родина настоящего хип-хопа! Прямиком из Комптона прилетела долгожданная картина, которую все так ждали. «Голос улиц». Про становление хип-хоп группы NWA, в которой приняли участие Ice Cube, Dr. Dre и, конечно же, Eazy-E. Все это я знаю не понаслышке, потому что сам, я сам лично вырос по демановском гетто. Gold 50 in the house, bounce. You don't already want to move about. И очень люблю хип-хоп музыку, в отличие от Рената. Да, я слышу немножко иную музяку, поэтому обзор сегодня будет с двух точек. Йоу. Шмяк. В оригинальный состав легендарной группы NWA входило 6 икон хип-хопа западного побережья: Eazy-E, Dr. Dre, Ice Cube, MC Ren, Arabian Prince и DJ Yella. Аббревиатура NWA переводится на русский язык достаточно просто – «Нигеры с мнением». Такое название рэперы выбрали не случайно. Родившись в одном из самых опасных городов США – Комптоне, парни очень часто попадали в неприятные ситуации, в том числе имели дело с полицейским произволом. В дальнейшем вся их жизнь вылилась в остросоциальные тексты, в которых парни высказывали личное откровенное мнение о ситуации в стране. В результате NWA запрещали на радио, власти отменяли их концерты и грозили судами. Но несмотря на это, альбомы «Нигеров с мнением» все же стали мультиплатиновыми. Группа NWA является по-настоящему культовой и легендарной группой вообще для всех жителей Америки, потому что произвела переворот не только в хип-хоп-музыке, но и вообще в музыкальной индустрии в целом. Поэтому неудивительно, что только в Америке, фильм собрал $200 миллионов, и это просто бомба, это очень большие деньги. Но в России фильм, скорее всего, не окупится, провалится, потому что у нас не так много ценителей... Олдскула. Да, тем более ценителей хип-хопа забугорного. Но у нас же в России тоже есть свои чуваки, знаменитые рэперы, которые сняли свой фильм. Это Газ Голдер. Да, там играл Гуф, Нагана, К-47, Кривой Плинтус, Жмых, МС Зрачок, X-13, Пенициллин. Их там было очень много, короче, фильм с треском провалился и не окупил даже свои производственные затраты. Даже на чай не хватило ребятам. Да, даже не хватило, чтобы диски поменять на тачке. На съемочной площадке режиссера Феликса Гэри Грея царила настоящая хип-хоп-атмосфера. Продюсерами и консультантами фильма выступили сами Доктор Дре и Ice Cube, поэтому в достоверности сценария сомневаться не придется. Убедительности фильму добавляет шикарно подобранный состав актеров, которые очень и очень похожи на своих прототипов. Ice Cube, к примеру, сыграл его сын, Оши Джексон-младший, и в некоторых кадрах отличить его от папы ну просто нереально. Роль второго и третьего плана тоже подобраны весьма схоже. Достаточно просто взглянуть на Тупака. Впрочем, внешняя схожесть актеров с героями – это всего лишь оболочка, удачно раскрывшая потенциал молодых артистов, которые, кстати, получили награду Hollywood Awards за лучший актерский состав. Итак, собственно, «Голос улиц» целиком и полностью оправдывает свое предназначение. То есть, являясь биографическим фильмом, он наглядно, интересно, кратко и емко показывает историю вообще становления хип-хоп-группы NWA, и если даже вы никогда не слышали про нее, то теперь вы все это будете знать. Камушек мой огород. Я не знал, да, об истории хип-хопа, лично я. И для меня, вот, например, Ice Cube был средненьким таким актером, нигер, который играл в 3X какого-то фига. Шел там слоу-моу на фоне взрыва. Вот, а тут я посмотрел «Голос улиц», и действительно, я был поражен, насколько значим Ice Cube был в мире хип-хопа, мирового хип-хопа. Ну да, он, получается, писал текста еще тогда, когда многие наши российские рэперы популярны, еще даже не родились. В отличие от таких фильмов о хип-хопе, как «Восьмая миля» или «Суета и движение», «Голос улиц» действительно рассказывает нам реальную историю. Нельзя сказать, что в художественном плане фильм вас может чем-то удивить. Но тем не менее, со своей задачей рассказать зрителю историю реально существующих музыкантов, он справляется более чем. В связи с этим можно вспомнить «Теорию всего», которая тоже не могла похвастаться особыми визуальными изысками. Однако историю Стивена Хокинга показала весьма убедительно.
Вообще, фильм можно рекомендовать все-таки тем, кто любит хип-хоп, либо хочет узнать о том, как зарождались подобные культовые исполнители. Остальным же зрителям «Голос улиц» может показаться скучноватым и не очень-то интересным, но ограничивать себя от просмотра все же не стоит. Вы знаете, когда я смотрел «Голос улиц», у меня было такое интересное ощущение. Я понял, что это было ведь не так давно. Ну, сравнительно, ну, да. Да, по сути, 20-30 лет тому назад все это случилось. И вот те люди, причастные к этой истории, они до сих пор, слава богу, живы. И вот они взяли и перетащили на большие экраны все свои эмоции, все свои ощущения, все свои подробности, да, в мельчайших деталях. И мы теперь можем наслаждаться и смотреть на это, и называть это историей. Так что сходите в кино, если вам интересно, и прикоснитесь к ней. Да, прикинь, через лет 15-20 мы тоже выпустим свой фильм, который называется «Кинолайм». Слышь, мы с тобой крутые. Да! Давай с тобой рэп-альбом запишем. Давай, а то текста нам писать будет. Долин! Йоу-йоу! Итак, «Голос улиц» оценим в любимых и традиционных долинах. И я фильму этому дам 3,5 долины из 5, только потому, что я считаю, что в кинематографичном плане он немного недотянут, хотя история мне очень понравилась. Ну а я дам 4 долины и скажу, что лично мне было все ново и интересно, значит, и вам тоже понравится. 4 долины из 5 по версии «Кинолайм» заслуживает «Голос улиц». Гол. Реально, весело бывает купаться. И очень интересно в воде плескаться. Это круто, плавать в озере. Лучше ничего практически не может быть. Привет, Кинолайм, или как я обычно говорю, йоу, всем привет, с вами я, Бэтбой Вано, и сегодня я дам свою небольшую оценочку и мнение по поводу фильма «Голос улиц». Фильм мне очень понравился, потому что это все-таки хип-хоп-культура, это мне ближе. Хотя, может быть, не очень близко, но всяко ближе, чем к какому-нибудь там Киркорову, например. Фильм с исторической точки зрения очень круто отражает культуру, и к тому же он биографический, а я люблю всякие биографические, крутые хоп-хоп-пам-пам фильмы. Фильму этому я ставлю охренительно просто огромную оценку. 5 долинов из 5, просто максимум. Хотя, знаете что, пойду против системы и поставлю 5,5 долинов из 5. Да, сегодня у меня хорошее настроение. А с вами был Бэтбой Вано. Всем пока. Бау-бау-бау-бау. Йоу, это все, что мы хотели вам рассказать. Абсолютно все. Вот, а неделя жесткого интерактива продолжается. Жесткого, да. И на этот раз мы не будем вас просить писать в комментариях размер вашей ноги, а кличку вашей собаки, кошки, пингвина. А поиграем с вами в игру, потому что собрали все свои познания в пейнте в кулак и сделали вот такой вот ребус. И тому, кто правильно угадает, что за фильмы загадали, получит небольшой сувенирчик от нас. Да? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментарии, пишите, посещайте наши группы, в конце концов, ВКонтакте. Сделайте так, чтобы она зажила и запахла. Да, пока. Да.